чечим чыктуу жагандай болду. Чечим чыктуу. Кандай карап атасыз? Эми бул акыйкатсыздык толук. Сөз жок. Изменили меры пресечения, с подписки не везде, а на заключение под стражу. На основании чего? Какие были поправки? Ну, на основании того, что он будет, что будет воспрепятствовать следствию, что ему предельно тяжкое, особо тяжкое обвинение. Что там этого, значит, было избрано мера пресечения. Сегодня вот судебным решением уже избрали меры пресечения. А кто был судьей? Судья Боромбаев. Боромбаев, да? А следователя можете иметь? Ну, следователь Сабыров. А как вас зовут? Каримов Учкун. Учкун Каримов, да? Да. Спасибо.